Сейчас хрен знает какой день. Приехал дядя, нашли другое место, собрались. Все переедем. Просто в прицеп все набросали. Джип тоже набросали. Сейчас в другое место. Да. Сейчас мотаем веревочкой сверху и поедем на другое место. Более интересно, чем это. Вот, друзья, смотрите. Вот настоящее море. И вот это вид обалденный, конечно. Просто улет. Вот это реально, вот это вид на море. А то, что там, это был залив, ребята. Я сразу говорю, это был залив, а вот это уже, вот это море. Это прям настоящее море. Вон наши машины стоят. Ну, тут было недалеко, так что квадрик мы в прицеп не загоняли. Дядя с батей пошли смотреть место. Мы вообще вот сначала вот здесь вот именно думали обосноваться. А здесь она все равно такая неровненькая. Вот. Вот там около берега, около моря самого смотрим место. Вон там купаются люди. Вон. Ну, место мы в любом случае здесь найдем. Кстати, еще вон там стоят. Вон, видно палатки, машины, там еще стоят. Можно проехать вон там, где как раз таки вот этот Lexus едет. И, ну, короче, там брод. Там, короче, брод, и там чисто вот либо на квадрике, либо на джипе ехать. А у дяди маленькая Honda Fit, так что она там, ну, никак не проедет. А вот здесь такой вот спуск. Прямо вот так, чуть-чуть сюда. Так, прямо так. Нормально, вот так прямо иди. Все, все, проходишь. Так, а туда влево там? Нет, тут уже все нормально, можешь выворачивать. Батя-то на джипе везде, тут где угодно может спуститься. Это дядя только вот проблемы. Здесь. Ни хрена. Вообще пофигу. Вообще, да прадику на все насрать, он едет где угодно и когда угодно. Смотрите, ребят, вид какой классный. Вообще обалденный. Решили с батей съездить, нарубить себе немножко дров. Там рядом с пляжем нету просто деревьев. Ну, я потом приедем в лагерь, засниму, покажу. Деревьев рядом нету, приходится ехать. Вот рядом здесь вот есть деревья. Ну, в данном случае мы вот сухое пилим какое-то. Там еще какие-то есть, ну, тоже потом посмотрим. Сейчас батя вот такой вот сухое-сухое пилит. Попробовать такую большую тащить. Да, в принципе, мощности это квадрик хватит. Да ладно, березы вытаскали, это посухая. Отсюда виднеется залив. Вот. И мы, получается, мы ведь переехали на другое место. Мы стояли, получается, вон там. И там вот в лес. Наверное, там обойти будет видно. Мы стояли в лесу. Вот в этом заливе, получается, там в лесу. Там, посмотрите, там постоянно тени, то есть только в обед, только тогда появляется солнце. А так все утро, темень там, солнца нету, холодно. Мы в куртках, в штанах, в шапках, блин. Я когда поехал дядю встречать, я приезжаю в куртке, в штанах. Дядя охеревает, потому что дядя на солнце в шортах и футболке. Говорит, жара, ты херли оделся? Я говорю, там зима. Ой, ну, короче, весело, очень весело получилось. Вот мы поэтому переехали в другое место, оно более солнечное. Да и смотрите, виды здесь просто охерительные. И, конечно же, есть где покататься еще. Нашли еще интересные места. Вот сюда, вот задом, вот так. Да. Хорош, хорош. Так. Все? Давай попробуй потихонечку, я посмотрю. О, бля. Выволокли. Не развалилось бы оно пока волокем. Ну, вот выезжай на дорогу сразу и поворачивай. Ага.
ветки сухие отламываются. Вот, смотрите, она цепляет как плуг прямо вот этой. Из-за этого она и башит вот все. Сейчас нам, в принципе, доехать-то осталось не очень далеко. Сухую поволокли туда вниз. Данил уволок. Напылил-то сколько. Вон наш лагерь там стоит. Видите, как закат. Солнце какое. Вон туда уходит море. А туда вот мы, вот туда заливчик уходит. Там стояли сначала, а сейчас вот здесь прямо, вот смотрите какой лесок. Мы вот и здесь хотели пробить дорогу, прямо на квадрике подняться, но там сильно круто, надо эту срубать, краешек. На закате жарим мясо. Не, ребят, мы никак без мяса, без мяса никак. Кстати, дядя привез, за что ему огромное спасибо. Смотри, какое мяско. Сейчас фокусируем. Снять, она вообще телефон сейчас не фокусируется на вот. Забодяжим. И еще, о, да. Вот, еще вот смотри, еще партия есть. Да, да, да. Сколько там еще штуки? Блин, 4. Через силу будем есть, друзья, товарищи. Да, да, да. Мы, да, вспоминаем, да, всех, кто хочет мясо. Едим за них, за всех друзей Данила. Через силу будем. Вообще. Сами наедимся и еще за всех друзей едим. Ну. Дима там, наверное, будет вспоминать сразу как. Да-да-да-да. Дима Джердяй. Диме надо отправить, сказать, за твое здоровье, блядь, едим через силу мясо. Ну, дракон вот эти вот сладкие палочки ест, как эта херня там называется. Вот, кстати, у нас еще костер. Будем жечь вечером после мяса. Закат обалденный. Вообще... Че, ребят, может тут экскурсию по лагерю устроим, пока мясо жарится. Ну че, вот стоим в таком вот месте. Смотрите, тут дорожка песочная, кстати. Могу спокойно снять так, по песочку пройтись. Но сейчас песок холодный. А так он днем вообще такой же теплый был. Ужас, ноги обжигал прямо. А так песочек приятный. Кстати, по поводу воды. Вода очень холодная. Заходишь, там... песочек. Ну, по песочку, кстати, приятно заходить так. Но вода холодная. Вода реально холодная очень. На Инголе намного теплее. А на круглом озере самая теплая была, кстати, вода. Закат красивый. Какой ужас просто. Вот. А так песочек в целом приятненький. Правда, сейчас холодный вот раздражает. Вон сортир у нас стоит под деревом. Ну, прадик... Здесь у нас будет стоять, наверное, потому что здесь, в принципе, достаточно ровно. Мама с Матвеем будет спать в машине, как всегда. Смотри, что творится пока на солнце. Ах, просто! Ва, какой цвет-то, какой красивый. Обалденно! Ужас! Ну, смотрите, какая красота. Господи. Особенно вот с этой стороны. Мне кажется, все зрители обзавидуются. Да, плакать будут. Дракону весело. Ну что дальше, надо, ребята? Здесь костер. Чуть позже будем его зажигать. Машина и палатка дяди. Квадроцикл стоит. Ну здесь мы постелили, лежали на пенках, загорали. Бендюга. Она у нас как кухня. Как кухня. Столовая. Ну и при этом мы здесь с батей будем спать. То есть мы решили нашу основную палатку не ставить, а спать в этой. Мы же на другое место переехали. В первом месте мы точно так же с батей спали в этой бендюге. Ну и сюда переехали, здесь тоже будем спать. А так, в принципе, все, ребята. Такая вот экскурсия маленькая. Ну, мамка здесь посуду моет у нас постоянно. А где кисепук у нас черный этот? Кисепука снять надо. Покажи кисепука. Смотрите, какой. Эти милашка. Дизель. Звать. Пиздюк. Пиздюк.
Нет, давай соседскую собаку, хот-дог сделаем. Пиздюк. Да, ему такое имя дали. Странное. Но он миленький. Ужас просто. Пиздюк. Я его шериф называю. Ой, то есть Дизель. Ну, Дизель. Смотрите, какой красивый милашка просто. Горячий.